коляска в дистанционном управлении. Самоходная коляска с детским писком. Это куда-то мы пошли, мадама. Может, хватит таскать? Всем привет! В этом видео мы расскажем вам о поездке в Розу Хутор или Красную Поляну. Туда мы решили поехать после посещения олимпийских объектов. Видео вы можете посмотреть, кликнув на окошке слева. Красная Поляна находится в горах, в 42 километрах от побережья Черного моря, в Адлерском районе города Сочи. Мы отправляемся на электричке «Ласточка». Время в пути составит примерно 40 минут. Красная Поляна расположена в среднем течении реки Мзымта, на высоте около 500 метров над уровнем моря. Поселок со всех сторон окружен высокими горами. Диска! Мама сейчас придет. Сейчас. А будешь кота играть? Киску будешь играть? Киску. Для участников и гостей Олимпиады построено много гостиниц, отелей, кафе, ресторанов. По канатной дороге мы решили подняться до высоты 1170 метров, то есть из Розы долины на Розу плато. Там находится Олимпийская деревня и одна из смотровых площадок с отличным видом на окрестные горы. Я глохну все. Да, я тоже глохну. А сглохну все не так. Рот открыть. Если пока, Олеж, только 560, Олеж. Значит, пока не 560, да? 560, Олеж, как раз пик. Да. Нет, мне кажется, не 560, еще мало. Может, 600, там еще проедем? Конечно, ты здесь можешь гулять сколько угодно. Я поеду туда. А он уже, я сейчас вот снизу смотрю. Ё-моё. Котик. Котика. Все. Все. Остановились. Котик. Тут помедленнее было, да? Попросила все это посмотреть. Котик. Я не знаю, можешь смотреть. Жалко, ты знаешь, как все идет? Надо было пол сделать сейчас этот. Прозрачный. Прозрачный. Вот такие деревья, смотри. Класс. Для, уши отложила. Ура! Какой класс! Вот здесь, смотри, как высоко мы едем, да? Не страшно. А? Не страшно. Уже хотя бы не страшно. Какой ужас, я боюсь, ты чего, мне страшно. Сфотографируй у нас здесь, Аль. Сфотографируй, смотри. А вот смотри, вон снег, Аля, вон, видишь? Снег. Фотографируй, скорее. Давай. Китик, как будто Майкл выглядит. Это Розу Хутор, куда мы пришли. И травой. Давай скорее поговорим.
Смотри, сколько снега, Аля, смотри, сколько снега на горе. Мам, давай. Да. Смотри меня. Лиса, Лиса, Ли, Лиска. Пока еще раз. Как ты знал? Да. Облака. Ага. Видишь, облака не жить. Все, вот гор такие люблю. Высоко. Вот, а там так, лучше так, ребятки, давай, приготовились. Так, что? Скоро будем выходить. Построим, ну там вот разные всякие эти спортивные объекты. О, приехали на высоту. Ага. Ну и чё? Близко, даже не подходит. А чё там, блин, такой? А ты чё думаешь, что там? Коляска в дистанционном управлении, самоходная коляска с детским писком. Нет, куда-то мы пошли, мадама. Может, хватит таскать? О, смотри, прям облака, видишь, в горе. Василиса, ты устала, давай папа поможет. Мы взяли такси, так как не успели на электричку, вдоволь нагулявшись на Розоплата. Экстремальных развлечений на высоте Sky Park. Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока!